Площадки нашего двора проработали и все прошлое лето. Вечерами на каждого аниматора приходились десятки ребят, причем как местных, так и приезжих. Руководство города уверено, такой вид отдыха летней программы окажется самым востребованным и в этом сезоне. Одна из наших самых важных, инклюзивных, таких эксклюзивных наших проектов – это проект Анатолия Николаевича Пахомова, который еще 5 лет назад этот проект провозгласил в городе Сочи. И мы активно его каждый год развиваем. Поддерживаем. И в этом году в рамках этого проекта при поддержке партии «Единая Россия» это очень важно, потому что за каждой площадкой нашего летнего детского отдыха будет обязательно закреплен либо член политсовета партии «Единая Россия», либо кто-то из активистов местных будет обязательно курировать эти летние площадки. Для нас это важно. Каждый летний вечер на детских площадках для ребят будут проходить интеллектуальные и спортивные соревнования. Встречи с интересными людьми, будут работать и творческие мастерские. Не обойдется и без профилактических бесед на тему опасных зависимостей. Здесь же детям расскажут, что значит быть настоящим патриотом своего города, следуя постулатам хартии «Я люблю Сочи». Многие волонтеры планируют посвятить работе с детьми уже второе лето, и у них уже есть свои профессиональные секреты успешной работы с детьми. Главное, наверное, это любить детей и самому быть немного ребенком. Мне интересно приходить играть с детьми. Они стараются, запоминают правила, стараются играть, и это дает мне силы и энергию. Пока дети играют на площадках самостоятельно, но уже строят планы на каникулы. Есть один аниматор, Дима, он каждым летом к нам приходит. Устраивали гонки на самокатах, на велосипедах. Летняя кампания подразумевает не только отдых, но и оздоровление. Программы коснутся всех школьников, а их в Сочи порядка 54 тысяч. И каждому, отмечают местные власти, найдется занятие по душе. Финансирование оздоровительной кампании маленьких сочинцев в этом году предусмотрено не ниже показатели прошлого года – более 14 миллионов рублей. Средства направят в том числе и на организацию 120 лагерей, которые откроются на базе школ. В них 11 тысяч детей смогут не только отдохнуть и оздоровиться, но и заработать свои первые деньги. А ребята из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети-инвалиды смогут отдохнуть в лагерях и санаториях Краснодарского края. Большую популярность в этом году набирают и походы. Новички могут начать с однодневных, а прошедшие спецподготовку отправятся в горы на 2 недели. Что же касается организованных площадок, то этим летом с учетом повторных посещений на них побывают порядка 67 тысяч детей. А это практически все юное население Сочи. Галина Моисеева, Инга Габешая, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.